что постоянно, особенно в сельской местности, я это знаю по примеру, во-первых, своих родных, своих родственников, постоянно выбивают пробки, постоянно скачки напряжения, не знаю, молнии там, какие-то еще какие-то воздействия непонятные. Я квартиру снимала, было дело. Чайник включаешь в розетку, выключается свет на всей квартире. И так каждый день. А если сгорит холодильник, а между прочим, холодильник 1050 сейчас стоит, да, приличный, а то и больше, всякие траты. А если вы не застраховали, то, соответственно, что приходится делать? Бежать за новым холодильником, либо за новым телевизором, или компьютер, купленный с любовью вашему ребенку, сгорает просто-напросто. Это просто ужасно. Нужно себя обезопасить. Что это такое? Так. Это сетевой фильтр. То есть вы, прежде чем, допустим, включить телевизор, вы должны не в розетку его включать, а включить сам этот фильтр в розетку. Ага. Далее, используя вот здесь вот 5 входов, я сейчас уберу эти зарядники, но я так понимаю, что ты заряжала свой телефон и правильно, кстати, делала. Но, видишь, как забыла вынуть зарядное устройство. Правильно делала то, что использовала именно их. Вот давай, включи, пожалуйста, нажми на включение. То есть это у нас фактически... Да. Это, скажем так, предохраняет вашу бытовую технику от сгорания. Да, последний. Посредник, кстати, который не потребляет лишнюю энергию. Но действительно, это еще и очень экономично. Вот обратите, пожалуйста, внимание, да, здесь на 5 у вас 5 вилок, да, соответственно, есть место. Далее вы включаете все то, что нужно. Логичнее, конечно же, по квартире вот таких вот раскидать штуки 3. То есть один однозначно на кухню, второй однозначно в зал. Но, не знаю, стиральная машина, опять же, должна тоже служить очень долго. То есть этот фильтр вам позволит одновременно подключить 5 предметов. Давай мы включим наши с тобой утюги. Слушай, ну реально... Устройство. И погоди-ка, а вот если мы сейчас все с тобой включим в розетку, мне кажется, у нас навернутся пробки моментально. Нет, этого не произойдет. Дело в том, что как работает фильтр. Вот смотри, у нас заработал уже утюг. Это говорит о том, что действительно и утюги у нас работают, что очень, кстати, хорошо. И, естественно, сам фильтр. Все, мы включаем 5 одновременно, и никакие скачки электричества нам не страшны. Особенно для тех, кто проживает, повторюсь, да, не только в квартирах, но и в сельской местности. А там вообще большая проблема электрика найти, если что. Поэтому давайте заготовим своего домашнего электрика. Супер! У нас с тобой посредник. Умный, надежный. Главное, что мне нравится, потому что это российское производство. Это-то я точно уже знаю. А на самом деле, ты мне рассказываешь такие интересные вещи. Я тяжеловатый в электрике. Но мне все доступно и понятно. Надеюсь, вам тоже. Поэтому быстренько записывайте номер лота 17059. Цена всего за фильтр с 5 розетками. Умный посредник, который бережет наше электричество, бережет наши приборы домашние. Всего 1290. Это новинка. Поэтому цена такая продлится недолго. Да я боюсь, что они могут у нас закончиться. Да, и плюс ко всему, пожалуйста, не забывайте о том, что здесь длина самого шнура 5 метров. То есть можно найти розетку, допустим, в коридоре, притянуть до кухни. Здорово. И опять же, да, вот перед отъездом обычно что мы делаем? У меня же, да, минут 10 бегает по квартире, все вынимает из розеток. Здесь раз нажали, все. Все бытовые приборы у вас отключены. Также вернулись свои из поездки, включили. Ну и, соответственно, не нужно, опять же, тратить время на какие-то побеги по квартире. Для того, чтобы Естественно, включать. У нас паспорт изделий также в комплекте. Тебе огромное спасибо, ты мне очень четко объяснил, потому что для меня тяжеловато с электрикой, а здесь мне все понятно, великолепно. Хорошо, когда есть мужчина. Хорошо, когда есть мужчина в доме. Хорошо, когда есть в доме вот такой защитник для наших приборов. Паспорт изделий в комплекте, российское производство, естественно, в Санкт-Петербурге изготавливают, большие молодцы. Ну и не забываем про то, что всего 1290 стоимость на 5 розеток. Вообще такого никогда не видела. Номер это 17059.